Художники, как и все мы, хошь не хошь, а дети эпохи. И если сказать, что в начале прошлого века дела были плохи, то считай ничего не сказать. Тогда у всех под ногами горела земля, ужасная война мировая, первая умудрилась еще после себя запустить две революции. Потом сразу новый кошмар, пославший вековой устой в нокдаун. Гражданской войны удар, параллельно по многим фронтам беспрецедентный прорыв. В науке открылись новые пути развития, обесценили старые штуки. Одним словом, вернее четырьмя, колоссальнейшие в истории переломы. И было бы странно, да невозможно просто, находясь прям в нем, продолжать рисовать беспечно на лазурном небе амуров. Старый подход не работал тут, как в рэпе не работает партитура. О состоянии человечества шла кризисно-бесконечная сводка, которую язык прежнего искусства не смог осмыслить, ему требовалась переработка. Необходимы стали новый язык, новое слово, новая философия. Ну и те, кто это новое продвигать, были бы готовы. Ну и вот этим, так сказать, движителем этой основы представлены в Русском музее Ларионов и Гончарова. Из этой же обоймы найдете в залах Альтмана и Лентулова. Об этих художниках в этой части рассказать попробую что-нибудь немножко умного. Музей покажет, а мы с рассказом, почему эти персоны тут рядом. Они из тех, кем курс авангарда был задан. Ларионов, Гончарова, Лентулов, Альтман. Неспроста их работы тут рядом. Это те, кем курс авангарда был задан. Гончарова, Ларионов, Лентулов, Альтман. Неспроста их работы тут рядом. Парочка была такая вместе до смерти, Наталья и Михаил. Она Гончарова потомка, той Гончаровой, которую Пушкин любил. Он Михаил, ну просто Михаил Ларионов. Ну как, просто вообще-то создатель, как и она. Новых подходов сильно уверенно утверждать не берусь, но похоже усиливающий эффект движению авангарда придавал их союз, но отложим лирику пока, давайте все по порядку. Михаил Ларионов в импрессионизме весьма неплохие имел задатки, и его очарованности французским стилем нам отчетливо говорят. Его картины тут натюрморт, цветы и пейзаж, весенний сад. Это было на начало пути молодого художника, а далее понеслось погружение до максимального упрощения. Быстрый сквозь живописные стили через кубизм, например, с провозглашением, что его учителя создатели уличных вывесок, но с твердым решением не просто стилизовать картины на народный манер, а сделать то, что его соратник, критик Маковский, в статье так воспел. Они возвестители примитивизма, к которому пришла современная живопись, ища возрождение у самых родников, и добавил, что не обессилилась такая форма под тяжестью исторического опыта. И Ларионов, следуя этому, шел дальше, не оставляя повода появляться в картинах каким-либо образом. Лишь простейшие знаки дошел до детской манеры, в которой не просто каляки-маляки видел, а чистоту и непосредственность. Вот от него пример картины «Осень желтая» и ряд всевозможных смешных Венер. Конечно, его Венера еще и способ над классическим жанром поглумиться, но тут уж извольте, то была прямая обязанность авангардиста. И наш художник стремился дальше по пути беспредметности, много идя современностью, был восхищен открытиями закономерности новых научных, в частности, о человеческой системе зрения. Оказалось, что не предмет воспринимает глаз, а если вкратце, то отражение. Свет от самого объекта. Тут ты понял, Ларионов, в картине всех главней должны быть не предметы, а изображения отражаемых ими лучей. А человек любой, по его теории, испытывая чувства особой лучистости, испускал. Ее воспринимал партнер, который как будто в ответ посылал энергию лучами. Такой, увидев смысл, наш Михаил этой энергии пересечения отражений изображать решил. Так появился лучизм. Если хотите его лучизму устроить брокераж, то в экспозиции авангарда найдите картину «Лучистый пейзаж». Забавно ведь считается, что несмотря на полет беспредметные горизонты, для этой работы характерны все же признаки картины природы. В такой же манере красоты и в других новаторских стилях много другого исполнила его подруга, амазонка от авангарда Наталья Сергеевна Гончарова.